Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Лилия Донскова и Лариса Сергеева. Лариса – бизнес-профи компании Siberian Wellness. И я сейчас задам просто несколько вопросов. Знаешь, вот мне интересно, скажи, пожалуйста, Siberian Wellness – это твоя первая компания или уже был опыт работы в сетевом? Опыт, конечно же, был и немалый. Я 20 лет проработала в компании Oriflame. Я думаю, многие с этой компанией знакомы. Uh-huh. И, в общем-то, достаточно успешно. А как давно ты здесь, в этой компании, работаешь? 15 месяцев. 15? Да. Слушай, скажи, пожалуйста, а что с тебя сподвигло? Почему ты ушла из компании? У тебя там какой был результат? Высокий ранг? Ну, может быть, не такой высокий, о котором мы всегда мечтали, но mm-hmm. я ушла из компании Oriflame в статусе золотого директора. Ну, на тот момент это, я считаю, неплохой был результат. Почему? Потому что за последние, может быть, лет 5-6 было очень сложно там развиваться. Mm-hmm. Хотя я это звание сделала в 2007 году, и все это время я была просто золотым директором с разными директорами. То есть люди приходили и люди уходили. Текучка. Да. Mm-hmm. По разным причинам, совершенно по разным причинам. Ну, а события, о которых все знают, события последнего года, они расставили все точки над «и», и это заставило меня принять решение уйти с этого статуса, с этого дохода и начать развиваться именно с сибирским здоровьем. Слушай, у меня будет вопрос, который наверняка задают очень многие люди. Почему именно Siberian Wellness? Что такого ты нашла в этой компании? Почему пришла сюда? С одной стороны, я как бы вот, знаете, специально ничего и не искала. То есть mm-hmm. вот, ну не знаю, может быть, был какой-то внутренний такой готовый запрос, что все, нужно уходить, нужно что-то менять. И как только мы внутренне готовы... Мероприятие шумное. Как только у вас внутренний такой запрос будет сформирован, ответы приходят очень быстро. И мне пришел ответ от совершенно незнакомого мне человека, от совершенно незнакомой мне женщины через интернет о том, что вот как бы вот съесть сибирское здоровье, я так репу почесала, думаю, ну почему бы и нет. Нужно пробовать. Два момента, которые были решающими. Первый. Российская компания. Я думаю, что все сейчас... Ага, часть 2, мы к вам вернулись. Ага. То есть, как бы, понятно, да, что российская, это должна быть однозначно российская компания. Просто в другой я бы не смогла сейчас развиваться, ну, вот под тем причинам, о которых сейчас все знают, собственно говоря. С иностранными компаниями однозначно нет. Ну и второй продукт. То есть, когда я начала просто вот окунулась и посмотрела, что за продукт, я думаю, боже мой, так и он же всем нужен. То есть люди устали болеть, люди устали бегать по аптекам и докторам. И здесь прекрасная альтернатива жизни без как раз и первого, и второго. И поэтому, конечно, это было решающим. Ну, а когда я еще больше углубилась в этот процесс, то есть я посмотрела, какие здесь доходы, сравнила два маркетинг-плана, и у меня было большое чувство сожаления, что я не сделала этого раньше. Потому что будучи в звании золотого директора, мой доход был 50 тысяч с товарооборотом, 1 000 000 рублей за 3 недели, когда я... А если не секрет, вот сейчас у тебя какой доход и какой ты товарооборот делаешь? Сейчас я в квалификации также бизнес-профи. Эту квалификацию я сделала за 6 месяцев. Но сейчас уже приближаемся к бизнес-лидеру. Вот чтоб вам так всем аплодировали. Да-да-да. Это тебе... Еще даже не вышел твой ролик, а уже тебе такие бурные овации, молодец. Да, и ну, сейчас сотня практически, вот, ну, сотка примерно за такой же товарооборот. То есть, как бы поездка вот Новосибирск, это дорого тебе обошлась эта поездка? О, Лиля! Может быть, автобонус ты получила, похвались. Нет, на автобонус я пока не решаюсь, ну, не в плане, не потому что не могу, да, мы растем.
растем летом, то есть из месяца в месяц у нас все это есть, но пока нет такой необходимости, то есть у меня есть хорошая машина, и, ну, может быть, в перспективе буду рассматривать этот вопрос. А поездка – это подарок от компании. То есть абсолютно все, начиная с перелета, проживания, все подарки, которые мы получаем каждый день. Сегодня только вот мы получили золотой значок. Да, и у меня новый значок. Да, и сама экскурсия на производство компании. То есть я уже второй день нахожусь в таком, знаете, интеллектуально-эстетическом экстазе от всего того, что я вижу и слышу. И поэтому, конечно, я очень счастлива. Как говорят, что не было счастья, да несчастье помогло, потому что, ну, наверное, вот 20 лет из жизни просто так не вычеркнешь, и мне было бы очень сложно принять такое вот решение, поменять одну компанию на другую. Ну, вот так все сложилось, время поменялось, и оно никогда не будет прежним. Поэтому, если у кого есть какие-то сомнения, посмотрите за окно и посмотрите на то, что мир изменился, и нужно идти в ногу со временем. Спасибо тебе огромное. Есть что-то, какое-то пожелание? Вот что-то, да? Вот многие ведь, знаешь, смотрят, присматриваются, но сомневаются. Вот прям какую-то одну фразу, вот что ты говоришь людям, когда они, знаешь, вот так вот, как маятники, хочу, не хочу, не понимаю. Самое главное, знайте, чего вы хотите от этой жизни. И сибирское здоровье закрывает абсолютно любые потребности. Легко, красиво, очень достойно. И не получится... Не может. Абсолютно. Отлично. Спасибо тебе огромное. А мы тебе желаем мощного роста, чтобы на следующем мероприятии компании у тебя уже был еще более крутой значок. Все, спасибо. До связи, друзья. Все, пока.